белый снег на землю ляжет и грехи мои замажет. Снова чисто, снова ново, и душа запеть готова. Про любовь и красоту, нежность, силу, доброту, все, что в небо увлекает и с Творцом соединяет. 6 января – Рождественский сочельник. Один из важных дней православной церкви. Отмечают сочельник, канун Рождества Христова. Самый важный праздник после Пасхи. Именно в эту ночь на свет появился Иисус Христос. Сегодня полагалось поститься весь день, готовить праздничное угощение, приводить в порядок одежду. Нельзя встречать Рождество в черном. Как только загорится первая звезда, значит, Иисус Христос пришел в наш мир, и можно начинать праздновать. В канун Рождества обязательно колядовали. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни коляды. Так они поздравляли хозяев, желали им здоровья и процветания. За это им давали угощения и деньги. Пока не взойдет в небе первая звезда, старались не есть. К празднику готовили обильный стол, делали уборку в доме, натирали полы ветками можжевельника, чтобы в доме стоял приятный свежий запах. Под Рождество было принято сжечь навоз, чтобы родители на том свете согрелись. И, конечно, в ночь перед Рождеством гадали. Согласно верованиям, гадания в это время всегда были правдивыми. Особенно отличались девушки. Они собирались вместе, чтобы погадать на своего суженого. Сегодня почитают святую Клавдию и святую Евгению. Приметы. Сегодня судят о том, каким будет месяц декабрь. К тому же морозный день сегодня обещал хороший урожай. Если в сочельник ночью небо звездное и безоблачное, значит будет богатый урожай ягод и грибов, а лето теплым. Если тропинки в лесу черные, видна земля, это к богатому урожаю гречихи. Звездное небо в сочельник – хорошему приплоду скота. Запрещено заниматься шитьем и рукоделием. Это грех. Сегодня нельзя вносить мусор из дома. Чтобы удача была в доме, надо впустить колядовщиков. Гостеприимство к исполнителям колядок – залог процветания и достатка. Если в сочельник попариться в бане, это даст человеку защиту от болезней на весь год. Сейчас наступают самые суровые морозы, поэтому существовала такая поговорка. Зима резвится не только в лесу, но и у человека на носу. Почему яблоки так полезны еще с древних времен? Потому что в них содержится ряд различных полезных для организма человека веществ. Мы уже говорили, это питательные вещества, такие как сахара, которые нам идут на пользу. Там имеется мягкая клетчатка. Там имеются пектины. Клетчатка и пектины способствуют тому, что различные вещества, которые у нас имеются в желудочно-кишечном тракте, они связываются и выводятся из организма. То есть с помощью, оказывается, регулярного употребления яблок мы можем с вами очистить желудочно-кишечный тракт. А так как там еще имеется клетчатка, мягкая клетчатка, которая действует не раздражающе на желудочно-кишечный тракт, то получается, что она еще дополнительно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. И это хорошее средство от запоров. Если вы хотите избежать такой распространенной среди современного населения проблемы, как запоры, скрытые запоры, которые являются основой для развития онкологии и прочих серьезных заболеваний, обязательно съедайте 2-3 яблока в течение дня. И у вас этого не будет. Какие же вещества имеются в яблоках? Перечислим. Витамин С. Имеется? Имеется. Много? Ну, я думаю, что не больше, чем в апельсине. В яблоках витамина С меньше в 10 раз, чем в апельсинах. Но все зависит от сортов. Допустим, Антоновка очень хорошо сохраняет и витамин С, и долго держит. Поэтому вот эти как раз зимние сорта и рекомендуется использовать, ну, для нашего укрепления. Именно вот в погоду, которая сейчас. Далее, там имеется интересный такой витамин П.
угу. который способствует укреплению сосудистой стенки. И если у вас имеются какие-то капиллярные звездочки, знаете, вот глазки потрете, они у вас сразу становятся красными. Да, это да, говорит о том, да. что как раз вот этого витамина не хватает. Обязательно кушайте яблоки. Сосудики станут у вас такими эластичными, прочными, и никаких проблем не будет. Значит, да. витамин П. Содержится клетчатка, я сказал, мягенькая клетчатка, содержится пектин, интересные такие вещества, которые вот способствуют очищению организма. Содержатся, значит, такие вещества, которые как раз вот эти пектины, они очищают организм и от холестерина. Угу. Поэтому существует интересная рекомендация, если вы хотите, у вас уровень холестерина высокий, снизить уровень холестерина, то в течение 2 недель кушайте от 3 до 5 яблок в течение дня. И ваш холестерин за это время понизится, знаешь, сколько, Катя? Ну, в процентах не знаю. На 30%, ну, на 1-3. Это очень хороший результат. Это говорит о том, что да. сосуды становятся чистенькие. Это говорит о том, что кровь хорошо поступает к головному мозгу. От чего у пожилых людей увеличивается память, нету никаких болей и прочего, прочего. Другими словами, хотите избавиться от старческого недомогания какого-то и улучшить память, обязательно кушайте яблоки. А вот кушать яблочко стоит с кожурой или без кожуры? Вот, теперь мы к интересному такому вопросу подошли. Еще мы не закончили, какие, значит, интересные и важные питательные вещества содержатся здесь. Оказывается, мы только говорили с вами о мякоти. Что здесь? Витамин С, пектины, да. клетчатка, сама вода, ароматические вещества. И даже это интересно, содержатся такие вещества, по-научному сейчас я скажу. Как? Эпикатехин. Для роста волос вот это. Но он еще защищает сердце и сосуды от разного рода повреждений. И обладает в некоторых, как говорят некоторые исследования, даже еще таким омолаживающим действием. Поэтому, когда говорят об омолаживающем эффекте молодильных яблочках, это не просто у нас сказка. В мякоти яблока еще содержатся антиоксиданты. Все они знают, что это такие да. удивительные вещества, которые препятствуют процессам окисления нужных веществ в клетке и тем самым препятствуют ее преждевременному старению, либо перерождению в онкологическую клетку. Вот чем важно, оказывается. Поэтому... Яблочки обязательно надо есть тем, кто хочет выглядеть и молодо, и защитить себя от различных онкологических заболеваний. Вот, мы с тобой разобрали, какие вещества находятся в мякоти. Но оказывается, ученые установили, что кожура содержит еще больше полезных веществ, нежели мякоть. А кожура – это... Первая линия обороны любого живого объекта, растения, животного. Вот. Значит, в кожуре содержатся особые вещества, которые подавляют рост различных грибков, подавляют рост различных бактерий. И, как я сказал, содержит очень много различных минеральных веществ. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша кожа была хорошая, волосы, ногти, где эти микроэлементы взять? Конечно же, взять в кожуре. Кожуру ни в коем случае не выбрасывать. Но только в тех яблоках, которые не покрыты воском, которые не захимичены. Вот эти яблоки не подойдут, а тем более кожура от них. Далее у нас имеется еще сердцевина. А, да. Всегда вот когда кушаешь яблочко, всегда выкидываешь огрызок, не доедаешь, так можно сказать, да? Это правильно? Или стоит все-таки съедать яблоко полностью? Мы берем с вами яблочко и вот так вот разрезаем. Так, до серединки мы с вами не добрались. Еще разок срезаем. Как раз мы с вами перерезали камеру. Где находятся семечки.
И видите, раз, два, три, четыре, пять. И вот они, семечки. И у нас получается, что в пяти камерах раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять зернышек. Вот этих девяти зернышек вполне достаточно съедать в течение дня для того, чтобы организм был обеспечен биологически активным йодом. И мы не страдали заболеваниями от йододефицита. Кстати, важно отметить такую особенность. Червячок, он ест не кожуру, он ест не мякоть, которую мы так с вами любим, а он ест зернышки. Почему? Да потому что именно в зернышках находится концентрация жизни и концентрация наиболее мощная, сильная и нужная для нашего организма, вообще для живого организма, биологически активных веществ. Поэтому червячок проникает в яблочко, прогрызает его и ест только зернышки. Поэтому зернышки ни в коем случае не выбрасывайте. Даже хвостики помогают. Они так же, как и кожура, содержит очень много микроэлементов. Поэтому и хвостики не выбрасывайте. Наоборот, собирайте их, отваривайте, и получается такой прекрасный чаёк. А вот у тебя вот как зубочистку их еще, да, можно использовать? Можно. Я как зубочистка яблочные пожевать. Яблочные вот эти, да, пожевать. Полезно, для того, чтобы зубки укрепились. Есть особый день в году. Наступает темноту, Новым годом он зовется, и всех людей удается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Он что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем. И почеканье бокалов ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Вот что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Вот что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Бам-б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 ам-